Внимание, командую всем. На 6-й пограничной заставе обнаружены следы, ведущие в сторону нашего тыла. Застава поднята по команде в ружье. Выслана тревожная группа во главе со старшим лейтенантом Максимовым. Вертолету просмотреть участки по соседних заставах. Здесь роща чужая видна, родная направо. Несет свою службу, не ведая сна, застава, застава. Болото да камни, куда ни взгляни, пусть трудно немного, но здесь даже в самые тихие дни тревога, 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 тревога. На миг передышкой снова в наряд учения без счета. Такая у нас, понимаешь, солдат, работа, работа. То низко над озером стелится дым, то вспыхнет зорница. Тебя прикрываем мы сердцем своим. Граница, 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 граница. Каналы и реки придают городу неповторимое своеобразие. Это учитывал еще Петр I, любивший называть свое детище Северной Венецией. Ленинград расположен на 42 островах Невской дельты. Самые большие из них – Васильевский и Петроградский. Одновременно со строительством набережных рек и каналов сооружали мосты. Первый мост в городе был деревянный. Он был перекинут через Кронверский проток. С первых лет жизни города началось интенсивное строительство каналов и расчистка рек. Они использовались как внутригородские транспортные коммуникации, иногда более удобные, чем улицы. Длина реки Невы 74 километра. В черте города она протекает на расстоянии 30 километров. Ширина реки Невы в среднем 600 метров. Итак, наш маршрут прошел по реке Фонтанки. Затем мы вышли в прямой, как стрела, Крюков канал. Из него в Мойку. И вот опять Фонтанку. Наша экскурсия закончилась через 2,5 часа. И опять мы на пристани у Анечкова моста. Всего доброго. Находятся вот здесь, у Львиного мостика. Мосты, возведенные на реке Мойке, интересны и в конструктивном отношении. Эти мосты собирались из крупных блоков. Самый длинный мост в Ленинграде – мост Александра Невского, его длина около 1 километра. Самый широкий – синий. На реке Мойке,
99 метров 95 сантиметров. Путеводитель по Ленинграду наизусть выучили? Нет, просто вас сегодня шестой раз слушаю. Так интересно? Ничего интересного. Надоело вам все это, до чертиков? Потрясающе. Не ваше это дело. Как не мое? А какое же мое? Вам нужно ехать со мной. Куда? На погранзаставу. Зачем? Какое там для меня есть дело? Там есть я. Ну, а что еще рассказать? Ну, лет мне 37. Должность начальник заставы. Вот сегодня назначение получил. Вот, в званиях разбираетесь? Немного. Кажется, капитан? Ну, капитан пограничных войск. О, это существенно. Для меня, да. Нет, вы не подумайте, что я там рисуюсь или что ли хвастаюсь. Просто граница это... Не каждый ее выдержит. Ну, словами это не объяснить. Завидую. Чему? Если романтики, так это больше в книжках. А у нас, как в газетах пишут, служба, непривычный быт. Ну и что? Трудно живем. Другого выхода не было? Был. Ну? Не могу я без границы. Ну вот как у вас все определенно. А у меня нет. Не получилось что-то. Только не вздумайте меня жалеть. Не говорите, что вы будете мне писать, будете встречать. Не надо. У меня уже все это было. Было. Вот здесь мы и будем жить. Здесь. Сообразим что-нибудь. Стол есть. О, два стула есть. Вот. Диван. Типа тахта. Так. Ничего. Не это главное. А что главное? Будильник. Да. Старший лейтенант Максимов. Капитан Егоров. Как добрались, капитан? Нормально. Простите, не мог вас встретить. Служба. Понимаю, лейтенант. Знакомьтесь, моя жена. Татьяна Андреевна. Егорова. Сергей Петрович. Илья Васильевич. Жена давно вас ждет. На стол накрыла, прошу. Заскучали мои гости. Кому черный, кому с молоком? Мне с молоком, если можно. Галь, пожалуйста. Сделай потише. Может быть, кому-нибудь интересно? Пожалуй, нет. Правильно. Приглуши, приглуши. Слушаюсь, товарищ старший лейтенант. А вам, товарищ капитан? Илья Васильевич, мне молока, если есть. У нас все есть. Пожалуйста. Спасибо, я вижу. Тыл у тебя надежный, старший лейтенант. Спасибо.
Прошли все времена, когда офицерские жены заставы на заставу с чемоданчиком скитались. Правда? Мы на свою первую заставу тоже с чемоданчиком приехали. Но сейчас все есть. Это дело наживное, не беспокойтесь, Татьяна Андреевна. Всему свое время. Спасибо. А вы грибы собирать любите? Здесь их пропасть. Правда, комаров тоже. Не видно? Нет. Слава богу. Квартира старшего лейтенанта Максимова. Да, а кто на коммутаторе? Гусев? Лейтенанты? Сейчас. Алло? Да, я. Так. Угу. Понял. Доложите начальнику заставы капитану Егорову. Да-да, прибыл. Передаю трубку. Я слушаю. Ясно. Сейчас буду. Ну, лейтенант, пошла служба. Что-нибудь случилось? У нас каждый день что-нибудь случается. Выдра проползет, тревога. Медведь пройдет, тоже тревога. Наверное, лоси систему нарушили. А что такое система? Нам знать это не положено. Наше дело ждать. Меня учили по-другому. Если хоть на минуту расслабишься, беда. Граница не прощает. Идемте, лейтенант. Привыкли к тому, что нет нарушений, и успокоились. Не согласны? Что успокоились, возможно. Но служба идет, Илья Васильевич, без ЧП и без нарушений. А какими они уйдут от нас, вы задумывались? Ведь если мы их здесь не воспитаем, они и на гражданке такими будут. Так или не так? Так, Илья Васильевич. Только ответственность, это прежде всего дисциплина. А гонять из-под палки, извините, не метод. Командир не может быть добреньким, Сергей Петрович. Не имеет права. Загубит дело. Поблажек не ждите. Пыхтят, как паровозы. Разве ты выучка? Не все сразу, капитан. Они же первогодки. Они солдаты, пограничники. Быстрей!
круто берете, Лев Васильевич. Люди на пределе. Если это их предел, на границе им делать нечего. Извольте демонстрировать самую совершенную солдатскую выучку. И требовать солдат я буду по самой высокой мерке. Без всяких скидок на сроки службы. Можно требовать с этих ребят жестко, но не жестоко, Илья Васильевич. Прикажете выносить благодарности за выполнение хозяйственных работ, как это делал мой предшественник? Так прикажете поступать? Но это ведь крайность, Илья Васильевич. Я говорю о другом. Мы говорим об одном, но по-разному. И служить нам вместе будет трудно. Илья! Ужин готов. Иди умывайся. Машину. Что случилось? С вашим ничего, он у вас двужильный. Люди с ног валятся, а он... Скоро за воротами меня встречать будешь. Не маленький. Дорогу домой знаю. Думала, забыл. Сутками пропадаешь. Значит, надо. Обедала? Нет, тебя жду. Иди обедай. У нас с лейтенантом еще дела. Татьяна Андреевна, передайте Гале, что я скоро вернусь. Хорошо. Можно? Конечно. Я думала, это Сережка пришел. Сережа просил передать, что задержится. Сам задержится или его задержит? Не понимаю, ты о чем? Да все о том же. Сколько лет служим, никогда такого не было. Вашему мужу, видно, власть в голову стукнула, так что он людей за людей не считает. Галя. Галя, нельзя же так, надо во всем разобраться. А вы жена, вы и разбирайтесь. Чего же это я так? Вы-то тут ни при чем. Надоело все страшно. Все ждешь, ждешь. У меня же праздника 100 лет не было. Это я понимаю. А вот как готовить? Вот вопрос. Опять ты за свое. Ты лучше посоветуй, как мне их безмятежные души встряхнуть. Это граница. Да, заповедник. Но не в том смысле, в каком думает Аверин. Граница наша заповедна. Страна, если хочешь. Вот за что у меня тревога. Ты думаешь, у меня за душой, кроме устава и порядка несения службы, ничего нет? Направо, налево, бегом марш. У меня всяких человеческих слабостей, как говорят, хватает. Говорят, слабости есть продолжение наших достоинств. Если требовательность есть ваше достоинство, то в чем же слабость? В нетерпимости? В нетерпимости. К слабости.
транспортеру! Гранатами! Огонь! Пригнулись, пригнулись! По корме! Огонь! Вот не намного они нас младше, а видели они больше. Так, лейтенант? Пожалуй. И взгляды у них шире. И запросы больше. А вот нервная система пожиже. Может, от того и пожиже, что... Да погоди, 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 не вскидывайся, лейтенант. Я не в плохом смысле. Ну, тоньше, может быть, сложнее в какой-то степени. Комплексует по любому поводу. Трудновато из них настоящих солдат сделать. Нелегко. Есть, конечно, у некоторых затянувшаяся инфантильность представлять службу как некую игру в солдатики. Но спокойны не только они. Вон сколько лет войны нет, сколько лет мир. Привыкли люди к миру, к тишине. Но если что, выстоят. И под пули пойдут, как говорят. Под пули тоже надо идти умеючи. А так за здоров живешь, голову класть. Надо, чтоб не их, а они. А это тоже уметь надо. Огонь! На другой день выхожу, после занятий стоит, ждет. Ну и пошло-поехало. На третьем курсе поженились. Хлебнули, будь здоров. Хорошего и плохого. И это все к чему? Ну, сейчас вроде и служба стала у него налаживаться. Жить стали по-человечески. Заставу вроде должен был получить. Ну, заставу и ладно. Заставу не дослужился еще. Но вот с вашим-то как ему служить? Гоняет он их больно. Ведь Серега не спит, не ест, черный весь. Ну что, война на дворе, что ли? Жить-то когда? Нелегко быть офицерской женой, Татьяна Андреевна. Ох, нелегко. Татьяна Андреевна. Ребята, сюда! Кто это там? О, здравствуйте, здравствуйте, Татьяна Андреевна. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу. Наш дворец культуры. Ну, что у вас в афише? Демонстрация кинофильма. Какого? О, как всегда, старого. Влюбленный. Но бдительность старшина разоблачает матерого диверсанта, захватывающее зрелище. Пленка не выдерживает и рвется. И все-таки смотреть будете. А как же? Надо же как-то расслабиться. Книги все читаны-перечитаны, новых пока не привозят, да? Есть идея. Пойдемте со мной и возьмите еще 4 человека. Гусев, Семенов, Канды, Петроченко, за мной! А чьи это книги-то? Книги-то? Да. Капитана Егорова. Да что вы, ребята, это же он распорядился. Кто? Капитан. Это что здесь происходит? Разрешите доложить, товарищ капитан. Ваше приказание выполнено. Ну, ты же сам велел их в Ленинскую комнату отнести. А, да-да-да. Да. Разрешите идти, товарищ капитан? Идите. Спасибо, товарищ капитан. Угу. Так-так, ну а теперь признавайся, для чего весь этот цирк? Ну, полки для книг ты мне до сих пор не сделал. А-а-а. Вот я и подумала, зачем им здесь пылиться. Угу. А если что нужно, они за стеной будут лежать. Так, а почему моим именем действовала? Так. Хитришь, мать. Авторитет не зарабатываешь? Думаешь, дешевый? Думаю, да. А я еще ребятам про Ленинград обещала рассказать. Угу.
Скажи, пожалуйста, офицер, это профессия? Угу. Военная профессия. И владеет ею человек. Ну, а кто же еще? Вот и будь, пожалуйста, человеком. У Емельянова мать в больнице лежит, места себе парень не находит, а отпроситься у тебя в райцентр, чтобы позвонить, не захотел. И правильно сделал, что не захотел. Почему? А было бы что-нибудь серьезное, прислали телеграмму на часть. Ой, какой ты. Не любят тебя ребята. А я не девушка, чтобы меня любить. Мне подчиняться должны. А любить меня лучше будешь ты. Ну хорошо, но не любить. Но видеть в тебе человека, с которым уже поделиться самым сокровенным. Горем, радостью они должны. Я не батюшка, а они не на исповеди. Служить они должны. Ой, служить можно по-разному. Можно с радостью. Ты не нуждаешься ни в поддержке, ни в снисхождении, ни в жалости. Но, может быть, все это необходимо твоим ребятам? Я хочу сделать из них сильных людей. А жалость и снисходительность для слабых. И потом пойми, на заставе все на виду. И люди, и отношения. Заведутся любимчики, все, в службе каюк. Так, значит, для тебя все одинаковые. По порядку номеров рассчитайся. Никого вниманием не обидишь, любимчиков нет. Есть. Ты. Ну что ты, с ума сошел? А вдруг кто-нибудь войдет? Кто? Ну, кто-нибудь. Значит, говоришь, полки я тебе не знаю. Ну, спокойно, спокойно. Молодец, молодец. Обыскать. Руки. Татьяна Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна Андреевна. Я Емельянова ищу, его здесь нет. Таймыр, спокойно. Абсолютно чемпион. Спокойно. В упражнениях на бревне по случаю травм нави прикомандирован на кухню. А, спасибо. А вы не в город? Да. Что-нибудь надо? А сигарет, если можно. Руки за голову. Татьяна Андреевна, а вы не забыли нам? Про Ленинград обещали рассказать. Помню, ребята, помню. Вперед! Здравствуйте, Емельянов. Здрасте, Татьяна Андреевна. Давайте ваш телефон. Какой телефон? Ваш. Приказано дозвониться и выяснить, что с вашей мамой. Кем приказано? А кто у нас на заставе приказывает? Капитан Егоров. И вы специально за это в город едете? Ну, в общем-то, да. Ну, раз еду, что-нибудь для дома посмотрю. Спасибо. Не за что. 213-77-80. 213-77-80. Ну, я побежала. До свидания. Татьяна Андреевна! Татьяна Андреевна, минуточку! Старший лейтенант просил напомнить насчет коробок с пленкой, что в штабе отряда взяли. Я помню. Ага. Счастливого пути. До свидания. Давайте, давайте, ребята. Чтобы ни одного камешка не торчало. Ну что смотришь, лейтенант? Считаешь, не солидно?
начальнику заставы его заместителя в носилки таскать. А что? Личный пример, можно сказать, да и для здоровья. Полезно. А-а-а. Ну, раз полезно, тогда передохнем. А вроде ничего, ребята. Нормальные. Сколько земли перепахиваем впустую, а, лейтенант? Вы это о чем? Да вот, пашем, бараним, а хлебушек-то не сеем. А ведь Николас сочка здесь не взойдет. А если бы все это взять и засеять, какое хлебное поле бы получилось? Представляешь, лейтенант? Да, наглядно мыслите. Метафорично, можно сказать. В каком смысле? В самом прямом. Ведь говорим же мы, поле брани. А почему нельзя поле мира или поле спокойствия? Моря и вулканы на Луне возвеличиваем, а на родной Земле высокого слога боимся. На то она и Земля. Ей не слова. Дела нужны. Не мы к ним, а они к нам лезут. Поле спокойствия. Пока не получается. Молодец, лейтенант. Здорово придумал. Вроде зацепило. Товарищ капитан, разрешите пройти? Проходите. Такое да не зацепит. Товарищ капитан, разрешите обратиться. Рядовой Емельянов. Слушаю вас. Дозвонилась Татьяна Андреевна. Сделали матери операцию. Все в порядке. Так. А дальше что? А что дальше? Спасибо вам. Спасибо большое. Не за что. У вас все? Все. Разрешите идти? Можете быть свободным. Есть. Такие вот дела. Нормально. Считаешь, нормально? Никуда я ей звонить не велел. Самодеятельностью занимается моя Татьяна Андреевна. Создает здоровый психологический климат. Многовато что-то психологии. Мне и тебя одного хватает. А если бы Галя в твои дела? Ну, что бы ты сказал, интересно? Ой. Ну, венгерский было бы, конечно, солиднее.
Боже мой, ну ничего, на первое время сгодится. Все лучше, чем в чемоданах. Красный. Не машина? Да нет, дизель проверяют. Ой, какая прелесть. А в мебельной ничего новенького не завезли? Не присматривалась, торопилась очень. По-моему, стенка была. Югославская? Да, кажется. Ой, какое чудо. И ты что, не взяла? А зачем? Да у меня и денег бы не хватило. Да ты бы выписала, а потом позже завезла бы. Такую вещь пропустить. Да у нас и положить в нее нечего. Для интерьера? Ну, разве что. Ой. Не машина? Нет, дизеля стучат. Что они так долго? Да им суток не хватает. А ты все сиди, жди. Ведь у меня специальность была. Все бросила. Вот сижу у плиты и колдую. Все жду, придет, не придет. Он придет, ему и разговаривать со мной не о чем. Да нет, спасибо, сыт. Вот и все наши разговоры. Работать бы пошла. Да где здесь, какая здесь работа-то? Ой, Галя, я же... Не повешу. Ибо как одного оставишь. Вот и щебечу, как птичка. Летаю. Ты меня не слушай. Это я так, под настроение. А вообще, если серьезно, вровень с ними надо. Вот он очередное звание получил. И ты благодарность по службе. Да. Он начальник, и ты начальник. А у плиты колдовать так от себя потеряешь. Вровень надо. Ну вот. Теперь машина. Давай. Пошла обед разогревать. Ой, Галя, грибы! Это тебе. Спасибо. Постели, пожалуйста, скатерть. Ты ничего не заметил? А что я должен заметить? Символ семейного уюта? Это не символ. Это шкаф. Ну, шкаф. За ним и в город ездила. Ну, портятся же вещи в чемоданах. Ешь. Я ем, ем. Ты что смеешься? Не умеешь ты хитрить. Емельянова домой звонила? Звонила. Угу. И опять на мое приказание ссылалась? Да. Не надоело из меня Христосика делать? Хочешь, чтобы добреньким меня считали? Разве плохо быть добрым? Добрым вообще или в данном конкретном случае? Не понимаю. Разве это зависит от обстоятельств? Иногда зависит. Ты думаешь, я излишне требователен к людям? Даже жесток в этой своей требовательности. Но пойми бы, другим я сейчас не могу. Не имею права. Для пользы дела. И тебе объяснить всего не могу. Но жестокости во благо быть не может. Во благо может быть только добро. А так себя делить, как ты делишь. Здесь добрый, там нет, я бы не смогла. А я могу. Дом это одно, служба другое. А тебе не кажется, что ты обманываешь себя? Боишься поступиться собственным самолюбием? Нет, не кажется. И неизвестно, у кого больше самолюбия. У меня или у тебя? И давай, давай не будем осложнять отношений. Ну, сделаем, как говорят, шаг навстречу. Давай. Но я тебя очень прошу, никогда не касайся моих служебных дел. Твоя забота, вот.
Ну что ты молчишь? Шаг навстречу. Шаг навстречу не делают для того, чтобы больнее ударить. Ничего, приемчик. Товарищ капитан. О. Все еще впереди, Аверин. Веники не нужны. Венички пришли. Коль, дай закурить что-нибудь. Держи. Спасибо. Подожди, а что это за баня без веников? Баловство одно. Что, сауны не знаешь? Сауны не знаешь, что ли? Гусев, к начальнику заставы, быстро. Что такое? Ну-ка, держи. Да, ну, гусь, это... Вот это маскировочка. Вот гусь. Да. Хорошо. Смотрите, Гусев. Машина вас довозит до развилки. Высаживает и едет дальше. От развилки вы направляетесь вот сюда, на правый фланг участка. Идете скрытно. Ваша задача – подойти вплотную к системе. Мне нужны следы на контрольно-следовой полосе. Желательно хитрые. И немедленно обратно. Направление движения будете выбирать сами. Задание понятно? Так точно, товарищ капитан. Повторите. Скрытно подойти к границе, оставить следы на КСП и вернуться на заставу. Так. Как будете возвращаться, покажите. Попетляй между валунов на случай преследования. Потом на болото. Угу. По нему, чтобы не наследить. Вот к этому лесочку. Оттуда прямиком на заставу. Отлично. Ну, учтите, Гусев. Вы едете в город... за продуктами. Что наш капитан? Через три дня банька. О, а что ты делаешь? Слушай, а что это баня? В неурочное время? Кто его знает? А ладно, приказали. Давай париться. Поддай еще! Горячо, горячо!
Что на участке? Все в порядке, товарищ капитан. Илья Васильевич, план политвоспитательной работы посмотрите? Потом, лейтенант, потом. Что-нибудь случилось? Возможно. А поконкретнее узнать нельзя? Узнаете. Я задумал... Да-да. Разрешите войти? Да. Докладывайте. Товарищ капитан, ваше задание выполнено. Можете отдыхать. Есть. Илья Васильевич. Нарушение. Ну, тревоги же не было. В том-то и дело. Что на участке? Все нормально, товарищ капитан. Нормально? В ружье! А теперь видите? Так точно, товарищ капитан, видим. Не было следов, товарищ капитан. Два раза здесь проходили. Ну как-то не было, Трощенко. Не было следов, и все. Потушите фары. Покажите, как шли. Есть. Так, значит, светили только вперед по движению. Так точно, товарищ капитан. Смотрите. Вас учили, как обращаться со следовым фонарем? Так точно, учили, товарищ капитан. Откуда шел нарушитель? С той стороны. А вы проглядели. Какие следы, кто знает? Разрешите, товарищ капитан? Давайте, Аверин. Ну-ка, да. Следы хитрые. Задним ходом шел. Туфта все это, товарищ капитан. Что значит туфта? Ну, липа. Не понимаю вас, рядовой Аверин. Ложный след, товарищ капитан. О, другой разговор. И чтобы других определений я не слышал. Ясно? Есть. На заставу. Ну, спасибо. Отличились. За небрежное несение службы. Пограничный наряд в составе. Старшего наряда. Рядового Пастухова. Я. Рядового Трощенко. Я. Будут наказаны согласно уставу. Тыловые наряды, пропустившие нарушителя, также будут наказаны по всей строгости. Нарушение было условно, но мог пройти и настоящий нарушитель. Получен приказ на усиленную охрану нашего участка. Что это такое? Вам ясно? Вольно! Разойдись! Гляди-ка, гусь. Мы по болотам всю ночь бегаем, а он подушку давит. Погоди, погоди. А ведь это он. Подстроил. Чего подстроил? Ну, лип. На контрольно-следовой. Так он же за продуктами. В город ездил. А где они продукты? Что? Машина еще из города не вернулась, а он тут как тут. Да. Чистенький. В баньку успел сходить. Конечно. Ну-ка, Гусь, вставай. Вставай, вставай. Разговор есть. Какой еще разговор? На границе. Ты наследил. Откуда это известно? Ты не виляй. Не виляй, Гусь. Говори, да или нет. Да вы что, я же приказание исполнял. За то, что вы меня не предупредили о тревоге, обидно. Но понять могу. Однако в том, что сейчас произошло, ваша вина. С вашими действиями принципиально не согласен. Обязан доложить начальнику политотдела. Ваше право. Авторитет
себе зарабатываете. Жаль, что вы меня не поняли. Ты что, Танюша? Ой. Как долго ты не шел? Ты что, еще не ложился? Выходит, нет. Смотри, на кого ты стал похож. Ел хоть что-нибудь? Ел. Почернел весь. Что ж ты там писал? Докладную. Жаловался на свое непосредственное начальство. Ты что, серьезно? Вполне. Ты понимаешь, не прав он. А ты прав? Я прав. Штаб отряда. Товарищ полковник. Докладывает капитан Егоров. У меня ЧП. Я понимаю, что не вовремя. Суть дела? А разве мой заместитель не докладывал? Нет, не поручал, но думал, что доложит. Да. Да, существуют разногласия. Достаточно серьезные. Хорошо, товарищ полковник. Жду. Что-нибудь произошло, Илья? Ровным счетом ничего. Но я же по тебе вижу и слышала твой разговор с полковником. Напрасно. Ну не затыкать же мне уши. Ну, могла сделать вид, что не слышала. Зачем? А затем, что у нас уже был разговор на эту тему. Не должны тебя касаться мои служебные дела. А что меня должно касаться? Чтобы ты спал, ел, отдыхал от своих служебных дел и все? Вполне достаточно. Или тебе этого мало? Мало, Илья. Я же человек. Я не вещь. Я думаю, что близкий тебе человек. А вещью я быть не умею.
Не хочу. Только не надо преувеличивать. Все не так страшно, как тебе представляется. Нет, Илья, страшно. Страшно, потому что я все время об этом думаю. Не ошиблась ли я в тебе, в себе, в нас вместе? Нужна ли я тебе так, как мне это казалось? Ты мне нужна. Здесь! Ну, как только ты уходишь отсюда, я для тебя не существую. И как бы ни было тебе больно, в эту свою жизнь ты меня не впускаешь. А тебе, Илья, сейчас плохо, я это чувствую. Это мои дела, и в них я разберусь сам. Ну вот. Ты хочешь, чтобы я притворялась, что большего мне не надо? Прости, но я не могу притворяться. Я не заставляю тебя притворяться. По-моему, все не так. Или я чего-то не понимаю. Тогда нам нужно обоим в этом разобраться. Ну, хорошо. Давай разбираться. Только для этого нам надо сначала разъехаться. Тебе решать. Да. Решать мне. Слушаю. Хорошо. Сейчас буду. Значит, сложное нарушение было здесь. Да, товарищ полковник. Я считал правый фланг наиболее вероятным направлением для нарушителя. Сейчас думаете иначе. Если нам правый фланг кажется наиболее уязвимым, то те, кто готовит переброску, наверняка догадываются об этом. Ну? И могут преподнести нам сюрприз. Переправить нарушителей в самом спокойном месте. Где, например? Хотя бы здесь. Через озеро? Да. Вопрос только как. Ну, на это они мастера придумают. Как будете действовать в этом случае? Разрешите, товарищ полковник? Пожалуйста, пожалуйста. Слушаю. Думаю, через час. Наверное, удобно, я спрошу. Хорошо, сообщу. Жена просила узнать, удобно ли попроситься к вам в машину. Ну, а чего ж неудобно? Наоборот, мне очень приятно будет услужить даме. Город? Да. Уезжает? Надолго? Как придется. Так. Это что, серьезное решение? Пока еще не знаю.
Плохая, выходит, жена досталась. Нет. Хорошая. Ну, хорошая жена от пограничника не уйдет. Или ты плохой? Все может быть. Ну, зачем так уж? Серьезно. Насчет этого вашего ЧП. Вы, старший лейтенант, ничего не хотите мне доложить? Докладывать нечего, товарищ полковник. А вот капитан мне по телефону сказал, что у вас расхождение во взглядах на службу. Мы с капитаном Егоровым во взглядах на службу не расходимся. А в происшедшем, я думаю, мы разберемся. Так, капитан? Так точно. Ну что ж, вопросов больше нет. Вызывайте машину. Есть. Время 23 часа 5 минут. Да-да. Вам что, Аверин? Мы не пришли ужинать и не обедали. Вот, принес. Спасибо. Поставь на кухне. Вы только поешьте, а то остынет. Дополнительно. Перейти на усиленную охрану государственной границы. Ласточка-3! Ласточка-3! Я Ромашка! Тыл закрыт! Тыл закрыт! Вперед! Отжимает границы. Вперед!
Обходи справа! Ромашка, Ромашка! Я ласточка 3, вижу! Обходите слева! Понял! Зачем же вперед сунулись? Думаете, без вас бы не взяли? Они же все с затылок вам дышали. Ни один не отстал. Выходит, не зря учили. Выходит, не зря. Товарищ капитан, нарушитель доставлен на заставу. Все в порядке. Доставлен, говорите. Ну что же. Молодцы. Тревога. На миг передышкой снова в наряд учения без счета. Такая у нас, понимаешь, солдат, работа, работа. То низко над озером стелится дым, то вспыхнет зорница. Тебя прикрываем мы сердцем своим. Граница, 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 граница. Татьяне Андреевне надо бы написать. Нет. Почему? Писать не люблю. Человека потеряете. Главное успеть. Сделать шаг навстречу. Главное успеть. Ты и я. Что это мало, но только с этих строк все песни на земле берут начало. Ты и я и ты, уже до двух считать мы научились. Отныне и навек по этих слова как бы обручились. Бегут от нас года, уходят весны, уходят зимы, но только навсегда с тобою мы неразлучимы. Ты и я и ты, и если очень строго разобраться, то наш простой напев на свете будет вечно повторяться. Ты и я и ты,
прислушайся хотя бы на мгновенье, и вдруг сама поймешь, что значат эти два местоимения. Бегут от нас года, уходят весны, уходят зимы, но только навсегда с тобою мы неразлучимы. Тобою мы неразлучимы. Ты и я и ты.